Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшнее стихотворение называется «Домой». Завтра опять домой, завтра продлить собой, за право вольным быть, с коварной судьбой. Нужно мне победить в этом тяжком бою, свободу ощутить, нетронутую свою. Ну что же, я готов в битву с судьбой вступить. Не следует лишних слов, пора на бой выходить. Спасибо, друзья.